погибла мать в результате браконьерства. Ну и вот пришлось забрать двух этих котят, самца и самку. Вот мне самочку отдали, маленький комочек такой. Пришлось выхаживать несколько раз, она была между жизнью и смертью. Ну вот 4 года она у меня живет. Проблема единственная с Линькой. А та, конечно, я с ней душа в душу. Ну, вот так вот. Нопочка, иди сюда, моя мальчика. Нопа, О, иди сюда. Ну, не надо, не бой. Ну что, что с тобой? Что, моя мальчика, чего? Ну что, ну не надо, моя хорошая. Да ты же моя мальчика. Моя ты прелесть. Так, в общем, зверь коммуникабельный. Я не испытываю страх абсолютно никакого, я к ней привык. Да ты ж моя грозовича, да ты же моя ты прелесть, моя ты девочка замечательная, моя. Никогда никого не укусила, нет, я не допускаю. Ну, хорошенькая, ой, моя, да ты же моя девочка. Ну, моя, да ты же ж не... Ну не надо, ты че ухо меня схватила, Кнопка? Нельзя за ухо хватило держать. Эх, ты моя родная, да ты же моя радость, ты же моя. Не разодрала, вроде нет. Да не, держал аккуратненько, но больновато замочку. Идем. Пошли. Сюда иди, она кушать будет. Вот это ее дневная норма. Грамм 600 обрезей. Если я чувствую, что когда к ней захожу, она начинает рычать на меня, значит, она немножко недоедает. Значит, надо рацион увеличивать питание. Зверя держать голодным нельзя. Я источник питания. Она может в любой момент броситься или стать очень агрессивной. Я не боюсь этого абсолютно. И я знаю ее слабые места, и когда она начинает где-то агрессивно, я ее беру за эти места, хватаю, она становится как парализована. Иди сюда! Стой! Рычи! А ну прекрати! Прекрати! С ней я пробовал, да, спал как-то, но она ночью мурлычет, начинает лизать и усами щекотит, не уснешь, конечно. Полежи. Ой, ты моя умничка, моя девочка, умничка. Ну, я вообще один живу, поэтому просто так и получается. У меня никого нет, я и она, и все.